Фиксировать нарушителей на Галаусненском тракте теперь будут не только камерами видеонаблюдения, но и с помощью инфракрасных датчиков движения. Они будут работать совместно с системой звукового оповещения. Такие меры безопасности продиктованы федеральным законом. В первую очередь это касается трасс, где нет альтернативных схем объезда, и любая нештатная ситуация может закончиться полной блокировкой движения. Комплекс датчиков, камеры, звуковую систему установят на 11 мостах тракта до октября этого года. Они позволят круглосуточно следить за важными объектами и не допускать их повреждения злоумышленниками. Датчики с помощью тепловизора позволят отслеживать все действия на мостах даже ночью. Если кто-то попытается повредить конструкцию, правоохранители смогут связаться с ним с помощью громкоговорителей и предотвратить незаконные действия. Если такое воздействие не поможет, то на место будет отправлена группа быстрого реагирования.